Вітаю вас! Ось і серпень на порозі. Літо спливає, а попереду ще так багато справ. Дослуховуйтесь до наших порад, і ви обов'язково все встигнете. Тому що ми радимо тільки корисне, тож готуйтесь занотовувати та запам'ятовувати. А ми починаємо! Чим підживити полуницю в липні та серпні після збору врожаю? Ця смачна ягода на присадибній ділянці вже перестала плодоносити, і деякі городники припиняють догляд за нею. Але цього не можна робити. Більш того, в липні і серпні полуницю потрібно обов'язково підгодовувати. А ось чим і як краще це зробити, ми порадимо. Після закінчення плодоношення полуниця, як і багато інших ягідних культур, не входить у стан покою, а навпаки продовжує рости і розвиватися. Річ у тому, що в другій половині літа ця рослина поступово готується до нового сезону і на ній закладаються квіткові бруньки. А саме від них залежатиме майбутній рясний урожай смачних і корисних ягід. А щоб квіткові бруньки краще розвивалися, полуницю необхідно правильно і своєчасно підгодовувати. Це найкраще робити або після дощу, або попередньо провівши ручний полив грядки з рослинами. У посушливу погоду полуницю обов'язково поливають і після внесення добрив. Отже, чим краще всього підгодовувати полуницю після плодоношення? У цей час не можна вносити азотні добрива. Якщо в другій половині літа полуницю підгодувати такими добривами, то вона погано перезимує і може підмерзнути. А ось використання фосфорно-калійних добрив тільки вітається. Для підгодівлі полуниці в липні і серпні можна приготувати таку суміш. На 10 літрів води розводять 20 грам суперфосфату і 15 грам сульфату калію. Такого розчину повинно вистачити на 1 квадратний метр посадок. Через те, що суперфосфат досить погано розчиняється у воді, то краще його замочити на 10-12 годин в теплій воді. Полив проводять у міжряддя в ранкові години. Існує інший варіант підживлення полуниці після збору врожаю. Для цього використовують настій коров'яку з додаванням деревної золи. Коров'як розводять у пропорції 1 до 10 і додають на кожне відро добрива по 100 грам золи. Полуницю поливають під корінь, витрачаючи відро розчину на кожен квадратний метр. Використовуючи один з перерахованих варіантів для підгодівлі полуниці, ви не тільки дозволите своїм рослинам правильно підготуватися до зими, але й сприятимете рясному врожаю ягід на майбутній рік. Дівчата, досягаючи певного віку, починаємо мріяти про молодість, відвідування косметолога, покупка крему, маски для повернення пружності та еластичності обличчю. Це, звичайно, прекрасно, проте потребує часу. А ось якщо тобі потрібно виглядати красиво прямо зараз, тоді на допомогу приходить всіма улюблений макіяж, який здатний миттєво змінити зовнішність людини. Якщо ти бажаєш візуально омолодити обличчя, тоді пропонуємо тобі деякі хитрі трюки. В наше время ни одна женщина не может обойтись без декоративной косметики. Ведь косметические средства помогают улучшить красоту кожи, подчеркнуть индивидуальные особенности и скрыть мелкие дефекты кожи. Сегодня я расскажу, как с помощью декоративной косметики улучшить свой внешний вид. Первый этап, с чего мы начинаем макияж, это очищаем кожу с помощью пилинга. Пилинг, он отшелушивает ороговевшие частички, делает кожу светлее, мягче и увлажняет ее. Выравнивается сама структура кожи. Дополнительную гладкость кожи дает силикон. Силикон выглаживает структуры кожи и заставляет тон скользить по коже. И это еще меньше тона берется на кожу, и тон меньше всего расходуется, а когда меньше тона на лице, то кожа выглядит свежее. Перед макияжем хорошо кожу нужно увлажнить кремом и сделать массаж. Чуть-чуть, минут 5 массажа, помогает расслабить мышцы лица и сделать кожу мягче и свежее, и морщины как бы стираются. Тональное средство – это в любом
возрасте защита вашей кожи. Тональное средство лучше использовать с увлажняющими компонентами и с лифтинговым эффектом. Очень хорошо, когда в состав тонального средства входит светоотражающие частички. Это как бы отражает кожу свет и делает ее светлее. А то, что делает кожу светлее, делает ее моложе. Улучшить цвет лица помогут цветовая гамма в бежевых и персиковых оттенках. Темные тональные основы лучше не выбирать, потому что они усиливают пигментацию. Брови являются важной характерной чертой. Красота и выразительность бровей зависят от формы глаз. Линия брови должна быть удлиненная и мягкая, слегка приподнятая. Цвет брови должен совпадать с цветом волос. Плюс на 2 тона темнее можно. Все, глаза, брови, губы должно быть аккуратно проработано. Главная цель – освежить лицо и сделать его моложе. Румяна – самый эффективный продукт. Он помогает придать сияние молодости, делает кожу свежее. Цвета молодости – персиковый и розовый, либо розово-персиковый. Хайлайтер использовать нужно, он дает глянец лицу. Цвета теней выполняются тенями тонкой текстуры. Можно подобрать, это вся гамма светло-жемчужного оттенка, светло-голубой, бежевый, лилово-коралловый, цвет золотистый и цвет шампанского, персика. Эти цвета, которые, сливаясь с кожей, создают вот такое сияние юных глаз. Хороши цвета нежно-розовые, нежно-коричневые. Для того, чтобы веко выглядело свежее и моложе, используем в макияже светлые оттенки теней. Темные оттенки, они все-таки больше добавляют возраста и сужают глаз. Каким преимуществом обладают корректоры? Корректоры имеют светочувствительные частички, которые при любом освещении делают кожу моложе и свежее. Корректоры бывают разных цветов. Цвет лавандовый, он будет нейтрализовать темные круги под глазами. А если сильная пигментация под глазами, лучше использовать корректор бело-розовый. Зеленый корректор убирает покраснение, синячки убирает золотисто-персиковый корректор. В макияже глаз лучше использовать матовые тени. Тени, которые с перламутровые, с крупными слюдяными частичками, забиваются в морщины и делают макияж неопрятным. Незаменимая вещь для верхнего века – стрелка. Лучше ее нанести шоколадного оттенка и растушевать. Это увеличивает глазки и делает линию ресниц гуще. Тщательно обозначайте контур губ. Это отвлекает внимание от возрастных изменений. Помады используем светлые, коралловые, розовые, светло-персиковые. Можно добавлять матовые, лучше даже использовать увлажняющие или просто блеск. Самое главное в макияже – это должны быть четко, хорошо проработаны глаза, губы, четкий контур ресниц. Это то, что сделает ваше лицо моложе, ярче, интереснее и свежее. Себе в формі одних тренувань замало. Також важливо контролювати свою вагу і кілька інших параметрів, наприклад, відсоток жиру і води, масу м'язів в організмі. З цим завданням впораються смарт-ваги. Ми коротко розповімо, що це таке, та зробимо експрес-огляд деяких моделей.
В наше время, то есть, есть две разновидности весов, то есть напольные механические и напольные электрические. Напольные механические довольно распространенные и самый дешевый вариант. Из плюсов его это то, что они не требуют питания, то есть они работают от пружины, непосредственно от веса человека. Еще одним из плюсов их это возможность использовать буквально на любой поверхности. Что касаемо электрических весов, это уже будут более функциональные, более точные весы, и по цене они будут выходить немножко дороже от механических. Что касаемо электрических весов, их тоже можно разделить на два вида. Есть простые с электрической индикацией, которые могут выставлять только единицы измерения килограмма либо фунты. Но есть еще также появились умные напольные весы. Они представляют собой обильный широкий кругозор для потребителя. Что все-таки из их фишек самое актуальное, на что стоит обратить внимание при выборе? Данные весы, в зависимости от модификации, они имеют свою, то есть, память. Если несколько человек в семье, распознавать каждого человека. То есть у кого какой вес, запоминать у кого какой вес и при этом измерять его, корректировать в этих направлениях. Тут есть вариация тоже в зависимости от выбора, для кого, для чего. Возможно, это в спортзалы пригодится. То есть до 5 человек можно подобрать весы. То есть запоминают они от 5 до 10 и свыше 10. Могут контролировать вес человека. То есть вы задаете либо нижние, либо высшие пределы по своему весу. Вот. И если вы их нарушаете, нарушаете эти пределы, он подает сигнал. Все это для того, чтобы поддерживать вас в нужной форме, то, которую вы хотите. Также некоторые из весов имеют расчет индекса массы тела. Для этого вам просто в эти весы необходимо ввести свой рост. Ну и где-то более-менее примерно он покажет результат. Вот. Есть в более дорогих сериях, то есть выходит эта же функция, но для этого вам нужно ввести не только свой рост, вам нужно ввести пол и пол, ваш вес, то есть он полностью рассчитает, но уже более корректно оно выходит. Также они прослеживают измерения жировой ткани. Эти весы будут полезны для спортсменов. В зависимости тоже от модификации, там идет более жесткий контроль по весу, по калориям, то есть могут рекомендовать, то есть добрать калории, либо понизить. На данные весы можно установить приложение, то есть на свой гаджет, планшет, там можно синхронизировать с устройством, с браслетом, то есть все будет непосредственно отслеживаться у вас. Вот. Для особо ленивых, которые не хотят использовать часы, планшеты, и, то есть им неудобно пользоваться, доставать телефоны, есть весы, которые имеют беспроводной датчик. То есть его можно будет положить где-то перед собой, слева, справа, пожалуйста, смотрите. Еще есть плюсов, к примеру, если вы синхронизируете со смартфоном, устройством, его вы как бы щепетильно относитесь к своему весу, данные программы, они записывают результаты, они запоминают, сравнивают их постоянно. То есть уже нет необходимости там чертить на бумажке либо в том же Word и Excel создавать файл и высчитывать по дням, сколько калорий там вы потеряли, набрали, ваши все эти изменения. Всегда нужно выбирать весы от максимальной массы человека на 10-15% больше, для того, чтобы они более корректно показывали. Из разновидностей весов тоже присматривайте, на какую максимальную нагрузку они рассчитаны. Это касаемо предварительного расчета. Есть масса разновидностей там, до 80 кг, от 130 до 150. Также имеет смысл задуматься о том, где они будут стоять. Если они будут находиться в ванной, нужно именно выбирать весы с влагозащитой, с термодатчиком. У вас в семье есть, допустим, беременная женщина, к примеру, либо люди с кардиосимуляторами. Обратите внимание на то, чтобы был режим без тока. Для них это будет вредно. Все. Закінчилася наша сьогоднішня програма, проте не закінчилися корисні поради. Вже зараз ми готуємо новий випуск, тож не забудьте увімкнути орбіту рівно за тиждень о 21-й годині. Ну а поки, бувайте!